Над чашей бассейна, по идее, не должно быть освещения, чтобы было безопасно. То же самое, сама чаша бассейна. У нас хотелось бы, чтобы было мягкое покрытие. Здесь уже давно все устарело. Бассейн почти 50 лет, рассказывает Лариса Хомченко. Расположен он в третьем корпусе 24-го детского сада. Из-за несоответствия санитарным и пожарным требованиям безопасности бассейн закрыли. Помещение пустует четвертый год. К сожалению, бассейн пока не может функционировать, потому что нужна его модернизация. Если есть бассейн, то, конечно же, хотелось бы, чтобы он использовался. И самое главное – это оздоровление, а здоровье детей на первом месте. Этот детский сад посещает более сотни детей. Есть и специальная группа для малышей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них плавание – это необходимость. Вода укрепляет костно-мышечную систему. Да и просто поплавать – это огромная радость для дошколят. Купаться и нырять. Это экономия времени для родителей. Сейчас же очень время нам нужно. Бывают и другие кружки, которые надо куда-то бежать. А тут бассейн в садике, и все удобно. Единственная возможность отремонтировать бассейн – это стать участниками республиканского проекта «Инициативное бюджетирование». Мы решили на собрании с жителями нашего дома участвовать в проекте «Инициативное бюджетирование» и софинансировать ремонт бассейна в размере 15% от стоимости. Модернизация бассейна обойдется в 1,5 миллиона рублей. Инициативная группа готовит сейчас заявку, надеясь, что их проект окажется в числе победителей и получит дополнительное финансирование от республики. Прием заявок в электронной форме начнется в декабре. Шанс есть у всех участников этого проекта, наша инициатива. Когда заявка подается, она попадает в систему. И система сама считает наличие всех бальной шкалы. И при наличии всех критериев, и получается 100 баллов, и как раз тогда уже шансы гораздо увеличиваются, то есть при наличии всех 100 баллов. Всего существует 8 критериев, по которым необходимо набрать максимальный балл. Для чистоты конкурса победителей проекта «Инициативное бюджетирование» выявляет специальная программа. В этом году компьютер отсеял около 40 заявителей, а 293 проекта получили финансирование. Светлана Буланова, Андрей Бусыгин. Новости.